Добрый день, дамы и господа. Демонстрирую вашему вниманию автоматическую подножку компании Ador. Автоматическая подножка обладает высокой скоростью работы. Цикл выдвижения менее чем 1 секунда. Подножка обладает широким диапазоном для ступней пассажиров. Сколько? 30 сантиметров? 30 сантиметров ширина выдвижения. А длина подножки? Длина подножки 80 сантиметров. Подножка надежно закреплена на автомобиле и выдерживает нагрузку до 250 килограмм. Юрий Геннадьевич, давай 250 килограмм покажем. Все, спасибо. Ну что, заходим и демонстрируем скорость. Открывай. Скорость работы очень высокая, что способствует безопасности при выходе пассажиров. При неполном цикле открытия сдвижной двери автоматическая подножка уже выдвинута. То есть пока дверь еще открывается, подножка уже выдвинулась. Да, готов. А покажи еще раз, зайди. То есть дверь еще не открылась, а подножка уже открылась. Все, можно убегать. А также подножка оснащена нескользящим, противоскользящим покрытием. То есть данный тип покрытия используется в заведениях, в общественных. На лестницах, где очень скользко. Где скользко, да. Обладает функцией самоочистки ступенька. То есть образовавшуюся наледь, грязь и все, что на ней остается после подошв пассажиров, автоматически счищает. Очень мощный электродвигатель выдерживает нагрузку, выдвигается при нагрузке в 15-20 килограмм. Ну, давай попробую посопротивляться, когда она открывается. Закрываем. Даже если будет какая-то наледь или что-то такое, мотор ее с легкостью сдвинет. Что еще можно сказать про подножку? Можно ее также вручную задвинуть и выдвинуть. Да. В случае обесточенной бортовой сети можно сложить подножку вручную. Или в ножную. Или в ножную. И также выдвинуть. Это нелегко, но это можно сделать. После чего подножка работает от концевика. В автоматическом режиме. Когда дверь открывается. И выходит. Ну, собственно. Покупайте автоматические подножки компании Ador.